армии служил, ну и я там служил как раз, была такая, недалеко был аэродромная, и вот, когда вот учения идут, раз на парашютах какие-то цели спускают, а потом по ним мучатся эти там истребители, сбивают ракетами, бум-бум, нам интересно смотреть, о, смоем парашют, тьфу, сбили, раз, а этот же парашют там приземляется, он сбитый, на, мы бежать туда на этот парашют, а там все равно никто его собирать этот парашют не будет. Мы раз, парашют этот, о, там материал такой хороший, добротный, с них эти солдаты плавки шили себе, на хорошие плавки, там мастера этом, в армии навал. А там еще есть такие на парашютах пружины, они очень крепкие, с них мы с этих пружин цепочки делали, короче, вот такие. Ну, короче, там ничего не пропадало. Там и свалки были хорошие, вот ты на свалку зайдешь, чего только там на свалках нету. Тогда мы помним какую-то ракету учебную, не знаем, что-то там напичканная аппаратурой была, разобрали ее, а там подзолоченные контакты, там все. Ну, у нас тоже деловые парни, все обдирают, дел, кто ножи, кто что, ну, куда что, все на изделие идет, короче, все финтик. Разобрали, сделали, ножи откидные делают, все, что угодно. С одной ракеты только получается такие вещи хорошие. Вот такими делами в армии занимались. Я так помню, какую-то боеголовку, соли какую-то нашел. Тоже решил разобрать об камень, как треснул. Она что-то зазвенела. Я думал, сейчас взорвется в руках. Быстренько отбросил ее, ешкина. Потом она жужжала, жужжала, потом как трахнула она. Я думаю, во, ничего себе, могло бы мне и руку, и ухо оторвать, и все на свете. На. Когда подошел, а говорит, это к какому-то к снаряду или что она закрутилась, не знаю, к чему она. Ну там закрутить ее, эту головку надо было. И там был такой мощный капсуль. Вот этот капсуль и взорвался на. Там аж игла такая высунулась. Когда разобрали, уже там такой часовой механизм был. И то, эту боеголовку уже применили. Раз, механизм часовой забрали, там пружинку надо было забрать. Смотрю, уже она, уже эта пружинка, короче, на ножике. И уже мне показывают ножик такой откидной. Тюк! Я, во, ничего себе. Это, говорит, от твоей пружинки, которую ты нашел. Я, во, ничего, классно. Там и пистолеты, зажигалки делал. Ну, мастеров навалом. Там вообще не скучно было в армии. Короче, работа. Ну, в армии как? Солдат спит, служба идет. Так же и у нас было все. И вот это все делали. Не скучно.